Около двух десятков человек вышли на пикет в честь Иосифа Сталина. Он родился 136 лет назад. Активисты собрались возле Дома культуры Октябрьской революции с портретами и лозунгами. Участники пикета, в основном пенсионеры и молодые люди, члены комсомольской организации КПРФ, держали в руках плакаты с надписями, восхваляющими Сталина. Коммунисты уже давно продвигают идею об установке в Новосибирске памятника этой исторической фигуре. Но у власти и горожане идею пока не поддержали. Смотрим пока, просто, может быть, какой-то бюст поставить, там, хотя бы небольшой, может быть, там, ну, конечно, не в центре города, но где-нибудь в проходной части города. То есть, может быть, начнем мы с малого, это все обсуждается. Здесь не, как бы, здесь есть заинтересованные сталинисты, и, конечно, хочется, чтобы был памятник Сталину. Он это заслужил.